Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. Сегодня мы поговорим про Super Conqueror и что я про него думаю. Конечно, играл я на нем только на тестовом сервере. На основном сервере все может быть совершенно по-другому. Но одно, что хочется сказать, что танчик в принципе нормальный. Броня башни у него пожестче будет, чем у ФВ-215Б. Что касаемо орудия, оно практически такое же, как у ФВшки, но чуточку сводится дольше и перезарядка чуточку меньше. Но там разница настолько мизерная, что ну это такое изменение незначительное на пол рубля. В принципе, это не столь важно. Super Conqueror имеет более слабую динамику за счет меньшего количества удельной мощности. Также поворачиваются на месте медленнее, поэтому ощущается какая-то скучность в геймплее, и он медленноватый. Особенно если ты пытаешься его повернуть, ну можно заснуть пару раз, пока ты его повернул. Жаль, что этот танчик не столь бодро ездит, хотя в ФВ-215Б и тоже не быстрый танчик, но пободрее ощущается намного. Конечно, броня в башне — это хорошо у Super Conqueror. Но опять же, у ВН 7 градусов. Это то, что я единственное не любил у Conqueror на 9 уровне. Пушка там классная, броня башни офигенная, но, откровенно говоря, у Conqueror пушка не опускалась. Вот и вся фигня. И не сильно приятно так играть. Везде, в любом моменте, даже через небольшой холмик, не хватает буквально 1-2 градусов, чтобы нормально пострелять. Поэтому приходится как-то корячиться, пытаться заезжать более с низины и на холмики не залазить. Первые пару моментов я вам показал, когда я играл через холмик, и это, откровенно говоря, неудобно совершенно. В другом же моменте против немецких тяжеловесов зарядил голду, очередной раз показывается высокий результат. То есть то же самое, что и ФВ-215Б. Зарядил фул голду, сломал немецкие квадратные танчики, рады, кучу урона настрелял, все в таком духе. Но удобнее ли играть на Super Conqueror, чем на ФВ-215Б? Я бы не сказал. Если вы научились играть на ФВ-215Б, то на нем даже как-то более привычно, легче, удобней. Да, там заднее расположение башни, но он более маневренный, чуть-чуть быстрее ездит, и пушка немного стабилизированнее и чуть-чуть быстрее стреляет. У Super Conqueror, конечно, голова крепче, но имеем те же самые 7 градусов, высокий силуэт, и получается, что пушка нигде не опускается. И играть на таком танке, который не поворачивается, я бы не сказал бы, что легче. Но с другой стороны, если вы не научились играть на ФВ-215Б, то возможно на Super Conqueror вам будет играть легче. Ну, допустим, мне с первого взгляда ФВ-215Б понравился намного больше. Потому что я на нем уже научился играть, и он тупо офигенный. На мой взгляд, зря ФВ-215Б выводят из игры. Он более экзотический и имеет более интересный геймплей, чем у Super Conqueror. Поэтому, на мой взгляд, лучше бы они сделали разветвление на 9 уровне, и на 10 было бы два танка. Super Conqueror и ФВ-215Б. У тех же советских СТ там из Т-54 целых 3 танка выходит. Почему у британцев нельзя было сделать 2 десятки? Я не вижу никаких проблем в ФВ-215Б. На нем играть нелегко, и не все могут показать нормальный результат. Но зато люди, которые поиграют чуточку больше в игру, то им надоест этот одинаковый простой геймплей, как на Super Conqueror. Тем более я бы не сказал, что на нем так уж и просто играть, потому что пушка не опускается, танк не поворачивается. И сразу себя подстроить удобно, чтобы пушка опускалась, башня танковала и урон еще стрелялся, не так уж и легко, при том, что танк медлительный. И все-таки тем людям, которые поиграют в игру побольше, им бы со временем, я думаю, захотелось бы попробовать какой-то новый интересный геймплей, а не стандартный переднебашенный
через холмик или укрытие стреляющий танчик. Просто такого геймплея в игре предостаточно. Все почти танки одинаковый геймплей имеют. FW-218B чуточку отличался. И это была какая-то изюминка. В этом было интересно учиться на нем играть. Но они выводят этот танк из игры. И прокачать его больше нельзя будет. На мой взгляд, это ошибка. И надо было делать два танка на 10 левеле. В принципе, такое вот мое мнение. С вами был Варчик. Играйте красиво, жмите колокольчики. Всем пока.